Всем привет, дорогие друзья, подписчики и случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку, колокольчик. Я хочу рассказать о самых мощных препаратах против колорадского жука. Это престиж и табу. На сегодняшний год, на 2019 год, они лидеры продаж, так как являются эффективными. Является системным средством против насекомых, в основе которой лежит тот же препарат амедиоклоприд. Что в престиже, что в табу. Они одинаковы по мощности своей, производят комплексную защиту растений. И не только от колорадского жука, но и от проволочника, и от других паразитов. В общем, очень эффективны. Брат у меня купил престиж, я взял табу. И что хочу сказать, что эффект, конечно, поразил. Но! Когда мы берем любой яд против колорадского жука, в первый же день все люди, которые обрабатывали, знают, что с первого же дня не определишь, так как обработали картошку, он весь всегда, жук в основном падает. А судить надо по эффективности препарата лишь тогда, когда на третий, на четвертый, на пятый сутки колорадского жука нету на ботве. Значит, препарат был эффективен. Поэтому сказать, что с первого дня же уничтожил, да, он уничтожает с первого дня колорадского жука. В действительности так, с первого, со вторых дня, как он питается этой химией и погибает. На него попадает, его парализует, в общем, таким образом. Поэтому судить только можно, когда пройдет несколько дней, что вы не обнаружите живого колорадского жука и его личинок. Очень эффективный препарат, советуем. Табу. Способ его приготовления. Ну, я приготовил, допустим, по инструкции написано, что 4 мл надо на 1 литр кипяченой воды размешать. Я сделал 8 мл. На 1 литр воды размешал, и потом уже литровую этой банки, ну, желательно в горячей воде, потом эту банку я вылил в ведро. И в ведре уже 10-литровом размешал все. В общем, у меня пульверизатор 9-литровый. И на 100 квадратных метров. В общем, площадь хорошая, большая. Таким образом я обработал, но жук весь был наповал, уничтожен. Раньше я пользовался народными средствами, старался меньше как бы такой химии концентрированной, уксусом из горчицы. Ну, жука было мало, честно скажу, и картошки так немного сажал, поэтому, возможно, эффект мне нравился. Но в этом году было посажено много картошки и жука вообще просто много, так что пришлось идти на рынок и брать мощный препарат. Ну вот, эффект меня поразил. Либо возьмете престиж, либо в табу, одинаковый эффект. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.